Всем привет, дорогие друзья, это Савай. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Я играю как гном» мы будем с вами смотреть одним глазком на дополнение под названием Invasion, которое тут не так давно вышло на наш любимый Craft the World, про наших любимых таких же умных, как я, гномов. Ну, в общем, сегодня мы посмотрим, что это за дополнение. Правда, до самих, наверное, инопланетян, которые там должны быть, мы не дойдем. Если я правильно понимаю, нам нужно создать опять новую игру, как всегда, чтобы все корректно работало. И потом, через какое-то время, они начнут на нас нападать. Ну, короче, давайте хотя бы начнем. Там дальше видно будет, будем либо продолжать, или не будем. Поехали. Значит, нас будет интересовать новая игра. Я думаю, что мы возьмем большой мир с нормальными погодными явлениями. Так, лесной, снежный, пустынь, подземелье. Блин, они на самом деле все классные. Но вот прям классический крафт — это, по идее, лесной. Потому что все остальное там уже будут отсыпать всяких этих каких-то хранилищ там и так далее и тому подобное. Давайте возьмем прям вот именно гномы против инопланетян. Так, большой мир обязательно, лесной, дерево, технологии, все исследовано, песочница. Не, давай дерево, технологии, потому что песочницу, по-моему, надо выкапывать из земли. Рецепты — это не очень здорово. Режим игры нормальный, не, нормальный, конечно, сложность. Нет, пойдем на кошмаре, конечно, пойдем на кошмаре кошмарить инопланетян. Я, правда, подозреваю, что у нас испепелят к свиньям собачьим, но к тому такие, чтобы не пойти на кошмаре. Значит, начинаем и начинать. Начинаем, и появились мы в такой вот месте. У нас тут даже пшеница растет. Вот такие вот дела. Ладно, значит, раз у нас тут что-то растет, и у нас есть дерево, и у нас есть кусты, и что у нас только нет, короче говоря, иди занимайся делом. И вот этим делом занимайся. Еще мне надо срубить вот эти вот камни, по идее. Но мы, наверное, каким-то другим образом пойдем. Так, во-первых, ускоряемся сразу, потому что нам такая скорость нас не интересует. Отлично, мы срубили свое первое дерево. Магазинчик Бо у нас тут рядом. Но без камня мы не сделаем кирку. В принципе, вот здесь вот можно сделать ход жилища. Значит, нам дали еще одного гнома, и вот здесь мы можем прокопать тогда базовый вход, который у нас будет являться нашим домиком. Я думаю, что я отступлю пару квадратов отсюда, на всякий случай. Если вдруг инопланетян есть лучевое оружие, чтобы они не пробили сразу два. Потому что я понятия не имею, что там эти инопланетяне могут противопоставить нашим прекрасным гномам. Поэтому пока мы этим не разберемся, будем делать так. Так, могу ли я сделать кирку? А, вот, походу, могу. Могу ли я, говно ли я, магну ли? Ага. Нам нужен камень. Без камня не могу я сделать кирку. Вот как раз мы сейчас сделаем вот так вот. Для того, чтобы ребятки могли нам пособирать в том числе и камни. Вы насобирали нам в том числе и камни? Насобирали. Кирка, правда, только одна. Ну ладно, кто у нас будет киркой ходить? Ну, ты же мужик, ты будешь ходить с киркой, значит, логично. Так, мужику дали кирку, женщина будет ковырять руками. Теперь вопрос со входом. Где у нас будет переход на этаж ниже? Я думаю, что он будет вот здесь. А где-то вот здесь, возможно, у нас будут вьетнамские ловушки. Мы любим вьетнамские ловушки делать. Те, кто смотрели предыдущие выпуски наших занимательных телепередач, они как бы об этом знают. Те, кто не смотрел, можете посмотреть. У нас по гномам очень много всего было. Это, правда, не значит, что я умею играть. Так что, если вам вдруг покажется, что с этим у меня проблемы, значит, вам не показалось. Нам дали книгу повара. Книга повара нам пока совершенно ничем не пригодится, но пусть будет. В общем, почему бы и нет. Значит, мы, по идее, скорее всего, можем сделать вторую кирку. Да, даже две сразу и сделаем. И нацепить. Нет, на это уже есть. Этому не надо. Значит, на тебе кирку. Теперь у меня обе будете. Оба. Оба два будете с киркой ходить. Что у нас с деревом технологий, кстати говоря? Деревянный люк и лестницы нам нужны для того, чтобы что... Так, во-первых, подожди. Где у нас вот этот? Где у нас хрень?
как она там называется, господи. Вот она. Значит, тотем нам нужен. Нам нужен люк, на который у нас нет. И у нас всего одна штука для этого. Короче, нужно дерево, чтобы они натаскали, потому что без этого мы дальше ничего сделать не сможем. Ну, тотемчик мы все равно здесь поставим, потому что явно здесь будет начинаться наше жилище. Им бы, конечно, не помешал бы топор еще. Как лучшее средство от головы. Но пока без топора перебьются. Здесь сколько будет? Два, да? Ну, раз здесь два, значит, мы можем открыть портал сюда. И открыть портал сюда. И подрубиться еще и здесь. Заодно ягодки соберем. В принципе, нормально, они ножом рубят дерево. Так что, в общем, можно пока сильно не переживать. Если с этих ребят можно добыть листву, по-моему, с них можно добыть листву, нас это устроит. Так, ну, сложный уровень сложности начинает сказываться. Нас, по факту, зачморил жук. Самый обычный, который упал с дерева. Это нормальная история. Пока не появятся какие-нибудь дубинки. Может, кстати, вам дубинки выдать? Да, дайте-ка я вам выдаду. Выдаду! Даду, да. Так, у нас появился еще один персонаж, а я вам выдаду по дубинке. Так, выдаду тебе и выдаду тебе. Где следующий? Следующий еще не пришел. Так, где наш гном? А, вот он. Значит, иди, тебе гномиха сразу кирку. Мы тут не сексисты, у нас работают все. И гномы, и гномихи сразу. Какая здесь интересная у нас штука получилась. Здесь прям можно сделать королевских размеров базу. В принципе, что мы, я думаю, сделаем. Вот сюда вот надо будет сделать такой шток вниз, который будет идти и оттуда будет, соответственно, проходить через всю базу, возможно. Хотя, возможно, это и плохая мысль, потому что к нам уже пришли скелеты, и сейчас они дадут нам звездюлей. Конечно, можно попробовать их грохнуть, но насколько это хорошая идея, непонятно. Возможно, идея говно. Потому что наши ребята не хотят с ними особо сражаться. И в целом правильно делают. Так, все, ладно, я передумал. Да, все, гном у нас отъехал. Ну, в общем, на этом уровне сложности лучше не заниматься такими вещами. Да, сваливай отсюда. Беги, я тебя отпускаю. Ну, с этим мы пока ничего не можем поделать. Значит, пока не наступит утро, к нам не придет новый гном. И все такое прочее. Еще даже дальше не поедет. Гном умер. Гном умер, но дело его живет. Вообще, то, что к нам пришли столько ребят, конечно, мне не нравится. Вообще. Потому что столько ребят, это очень грустно. Они сейчас отрубят, скорее всего, еще кого-нибудь. Если, конечно, их раньше не сожжет солнце. Не успели отрубить. Ну и замечательно. Значит, пока живем. До тех пор, пока у нас не будет какого-нибудь нормального эквипа, на этом уровне сложности можно, в принципе, сильно не переживать. Ни по поводу чего. Гномы у нас будут приходить и уходить, их будут постоянно вырубать, и мы, в общем-то, будем с этим мириться. Эх, так, ладно. Значит, нам нужно некоторое количество лестниц. Нам нужен люк для того, чтобы дом замкнулся. Начнем мы, наверное, с лестниц, которые мы поставим сюда. Еще нам лестницу надо поставить вот сюда. А вот здесь вот надо закрыть дверь. И еще надо, чтобы они все собрали. Для начала, конечно, было бы неплохо, чтобы они собрали дерево. А вот это мы пока отменим, потому что ну его нафиг. Значит, пора просыпаться, ребята. Я, конечно, все понимаю. Вы тут натерпелись, у вас стресс и все такое прочее, но уже пора. Граница убежища нарушена. Граница убежища еще даже не закрыта. Нам, потому что для этого нужен люк. А для люка... Кстати, для люка у нас все есть. Ладно, тогда поставим люк. Чтобы границы убежища опять у нас были закрыты. Значит, убежище сейчас закроется, после этого они там смогут спать. Но у нас нет кроватей. У нас же нет кроватей. Да, у нас нет кровати, нам нужно еще пару топоров, или кирк, или кирок, или что-то еще в этом духе сделать. А для этого нам нужны ресурсы, а ресурсы они пока не перетаскали. Да, у нас нет камня на это. Ну, камень можно, кстати говоря, добыть вот здесь. В принципе, можно какую-нибудь каменоломню придумать еще вот тут.
Я бы не хотел вот этот участок прям полностью срывать, чтобы они вот здесь вот не начали копаться вниз. Поэтому камень мы будем добывать еще где-нибудь вот тут, например. Пока что. Так, ребятушки. Что-то вы занимаетесь какой-то ерундой. Значит, девчуля у нас успела уйти. Девчуля сейчас у нас поставит люк. И девчуля начнет собирать всякое. Отлично, и мы завершили дом. Да беги, беги от него. Так, давайте мы поможем девчуле. Не поможем, да? Ну ладно, не поможем и не поможем. Значит, теперь у нас спят вообще все. Абсолютно все спят. Здравствуй, самый сложный уровень сложности. Ну, хотя бы дом достроили. Ребятки, кстати, спокойно здесь долезают. Ну ладно, раз они здесь долезают, пока не будем вот эту вот часть с камнем сносить. Что я могу закрафтить еще? Это не могу. Но можем закрафтить еще пару дубинок. И таким образом пройти вот эту часть. Теперь мы сможем делать кровати. Но с кроватями проблемы у нас нету, по-моему. А хотя нет, листочки, кстати, есть. А где кровати? Листочки есть, кровати не вижу. Кровати здесь, все. Он теперь сразу сюда перемещается. Дерева нет. Как ни странно, но нет дерева. Камни я собрал, ну, где у них будет спальня, давайте подумаем. Ну, давайте пока пусть будет здесь, к примеру, в общем, почему бы и нет. Нормальное место пусть здесь будет. Так, а пшеничку-то уже... Нет, пшеничку еще собирать нельзя. Еще не выросла. Ну, вообще, сдается мне, нам надо сваливать в убежище. Думаю, да. Думаю, пришла пора. Так, с гномом запрещено покидать убежище. Мы все сваливаем в убежище. Так, я, наверное, закрою этот люк нафиг. А пока я закрою люк, мы займемся с вами добычей. Добычей и раскопками. Да, потому что там вон пришли зомби, а нам бы нам не надо, чтобы здесь приходили зомби. Можно спуститься еще вниз. Ну, гном запрещено покидать убежище, конечно. Они могут здесь копаться. Значит, еще один гном пришел, который сюда, по идее, не сможет попасть. Надо вот так вот сделать. Иначе гномы там сейчас шваркнут наверху. Скорее всего, люк сейчас разнесут. А это считается, что это... Понятно. Ну да. Люк сейчас будут долбать и раздолбают в итоге. Ладно, ребят, копайте пока здесь, что ли, я хрен что могу сказать. Ну, хотя вас сейчас грохнут там. Не, ладно, сидите в убежище пока. Не тот уровень сложности, на котором имеет смысл куда-то вообще ходить. Ну все, нам конец. Хотя, может быть, они туда не провалятся. Нет, они туда провалятся. Сейчас будут проблемы, значит. Будут нехреновые проблемы, потому что вот этого товарища загубить на этом уровне сложности мы просто тупо не сможем. Конечно, мы им сейчас выдадим дубинки, но это мало на что повлияет. Потому что эти ребята по умолчанию сильно сильнее нас. Но дубинки мы им все равно выдадим, просто потому что можем. Что-нибудь типа того еще можно сделать, просто чтобы их всех не поубивало. Итак, дальше им надо будет щемиться до утра. Утро, кстати говоря, в принципе, пришло. Было, конечно, хорошо, чтобы никого не успели убить. Вроде никого не успели убить. Хотя на самом деле спорно, потому что лечиться они в итоге будут, по-моему, дольше. Так, братишка, выходи на свет, чтобы тебя тут спалило к свиням. Ты можешь выйти на свет? Внезапно. Ну ладно. Такой поворот событий меня, в принципе, тоже устраивает. Отсюда можно собрать пшеничку и надо собрать еще отсюда камушки. Отсюда тоже надо собрать пшеничку, просто потому что можем. В общем, надо заняться сбором. Мы поставили кроватку, и нам надо собирать. Прям надо собирать все. Я бы вот это дерево еще заодно срубил. Просто потому, что могу.
книгу «Шахтера» мы нашли. Это хорошая книга, но читать их пока не имеет никакого смысла, потому что гномов будут продолжать убивать и дальше. Значит, переставляем лючок. Блин, а вот этот братишка, конечно, не очень здорово здесь стоит. Прям совсем не здорово. И вроде мы надыбали еще немножко камня. Значит, мы можем сделать еще 3 кровати и поставить их в нашу импровизированную спальню вот в этой стороне. Будет 1, 2 и... 3 нельзя поставить. А что тебе не нравится-то, женщина? Ну, иди. Вот, значит, вот у нас будет такая штука. Здесь с другой стороны надо тоже все будет это пособирать. Так, а что тебе не нравится? Комфорт нет, потому что здесь враг, что ли? Потому что здесь дыр, здесь нет дырки, слышь? Эй, что не так-то? Или вот эту дырку ты имеешь в виду? Возможно, он имеет ту дырку, но странно тогда. По идее, та дырка никак не должна сказываться на комфорте. Вот этот товарищ может сказываться. Его, конечно, грохнуть было бы неплохо. Но как его грохнуть, я не знаю. Потому что сейчас он, в принципе, перегрохает сам всех. Че с ними сделать, я хрен узнает. Граница убежища неправильно здесь нарушена. И они здесь не нарушены ничем. Вот эта дырка, она не считается за нарушение границы убежища. Блин, ну и что с тобой делать? Вот срань. Но только пришедшие новые гномы с полным здоровьем смогут попробовать его грохнуть. В другой вариант, других вариантов здесь, в принципе, нет. То есть они могут появиться и сразу пойти его убить. Есть только так. В общем, нам нужно обновить наш запас гномов, иначе этот скелет отсюда никуда не денется. Он, может, со временем, конечно, куда-то исчезнет, но это не точно. Ладно, хрен с тобой, скелет. Занимайтесь пока перетаскиванием в таком случае. Здесь он расплодилось крыс какое-то запредельное количество. Которых, кстати говоря, надо соохотиться. И опять наступила ночь. Ну, в общем, на этом уровне сложности все идет как всегда. Ничего хорошего. И нам надо как можно быстрее развиваться дальше, иначе у нас будут проблемы. Значит, нам нужно освещение еще. Для этого нам нужны факела, а для факелов нам нужно что? Так, отсюда же можно прям переходить, правильно? Факела. О, факелов можно сделать хренову гору. Ну, в принципе, на факелах мы сейчас пока и пройдем. Отлично, технология освещения у нас готова. Давайте мы поставим пока месть. Здесь нельзя, да? Ну, пока здесь пусть надо ставить. Значит, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Расставим здесь сейчас факелов, просто хотя бы, чтобы было светло. А, их там двое. Понятно. Их там двое, это плохо. И вот эту часть еще надо чем-то заделать. Для этого нам нужен декор. Для этого нам нужны хотя бы деревянные стены, а для этого нам нужен котелок. А для котелков нам нужно железо. А железо мы пока не нашли. Хотя оно, по идее, должно быть где-то здесь. Но железо здесь даже гипотетически не видно. Но мы прокопаемся чуть пониже, конечно, мы его найдем в обязательном порядке. Но то, что мы его пока не нашли, это грустновато. Блин, почему же он показывает здесь дырку? Странно. Нет, вообще, по идее, эта штука не должна ни на что влиять. Нет, конечно, мы сейчас возьмем землю да заделаем ее, хрен бы с ним. Но вообще, по-хорошему, не должно быть такого. И еще эти ребята пришли. Ну, в общем, они нас пока не выпустят. Гномы продолжат умирать. Главное, чтобы эти ребята не падали вниз. Мы будем гномами их отманивать, потому что если еще вот такие вот сюда упадут, это будет катастрофа. Их придется зарубить, потому что пока мы их не зарубим, мы не сможем копаться ниже. Ну что ж, гномам придется немножечко пожертвовать. Ничего не поделаешь. Эй, слышь, не ломай. Это что еще такое? Матерь Божья, что это? Ящик Пандоры.
Ящик Пандоры. И нам сейчас пока не до ящика Пандоры. Ящик Пандоры — это все, конечно, очень весело. Надеюсь, что вы не успеете сюда провалиться. Сваливайте отсюда нахрен. Помоги нам, солнце. Слава тебе, Господи. Нам помогло солнце, хотя бы частично. Значит, ящик Пандоры — это, видимо, как раз тот самый элемент инвижена. И дырка в космос теперь, получается, нарушает границу убежища, хотя вроде раньше не нарушал. Хотя, может быть, я раньше не замечал, но, по-моему, раньше такого не было. Ну, ладно. Что там было раньше, не имеет значения. Нам нужно избавиться от вот этих товарищей, от которых мы пока избавиться, к сожалению, не можем. Как от них избавиться? Большой, блин, вопрос. Давай поставлю вам вот так. Не знаю, вот так. Что еще могу вам сделать? Да, в принципе, здесь особо ничего даже не могу сделать. Эти в основном спят, причем спят они не на кровати, потому что нет убежища. Убежище мы пока не можем доделать. Потому что что? Потому что хрен знает что. Ну, на тебе портал. Ты ж можешь здесь ходить. Но, видимо, ей мешают вот эти штуки, которые здесь висят. Ну, ладно. Нам нужно больше гномов. Одежду какую-то, которая может им противостоять, мы сделать не сможем. Ну, попробуем сейчас. Тут есть вот эта вот деревянная одежда несчастная, которая, в принципе, мало на что повлияет в случае вот с этими ребятами. Но лучше, чем ничего. Поэтому сейчас мы ее бахнем. Но перед тем, как мы ее бахнем, нам необходимо, чтобы они закрыли вот здесь вот границу. Эх, но с этим будут проблемы, пока вот эти вот ребята здесь. Они не могут туда дойти, потому что не знаю, кстати, почему они могут туда дойти. Ну, найти вам портал. У меня осталось 2 маны, в общем-то, практически все. Ладно, перетаскивайте штуки. И сейчас мы с вами что-нибудь да сделаем, я надеюсь. Во-первых, меня интересует лестница. Я могу сделать 33 лестницы. Значит, мы сейчас это как раз и сделаем. Все, отлично. Сделаем себе 15 лестниц. Нам дали еще одного гнома. Значит, мы сейчас поставим лестницы сюда, вот так вот мы должны будем это все выставлять, для того, чтобы оно работало. Теперь, значит, что мы попробуем? Мы попробуем сделать хоть что-нибудь. Значит, попробуем сделать еще несколько деревянных дубинок, а на все остальное, кроме вот этого, нам нужны... Ну, каска — это бессмысленно, на самом деле. Да и щит тоже. То есть, во-первых, на все нужно железо, во-вторых, они все равно пробьют. Так что какого-то ярко выраженного смысла в этом, по сути, нету. А в чем есть смысл? Смысл есть в кроватях. Еще. Дополнительных. Через кровати мы сможем пройти практически весь вот этот вот режим. И еще сделать там стул и допустим, стол. Стулья, на самом деле, мне не сказать, что охренеть как нужны. А стол мы можем взять вместо грязи и поставить, я не знаю, где у нас будет столовая. Пусть у нас где-нибудь вот здесь вот, например, будет столовая, а рядом будет 2 стула стоять. А рядом вот с этим столом. Просто потому что можем. Так, это ребята избавились, что ли? Кажется, наши ребятки избавились от не наших ребяток. Или они пропали сами, что скорее всего. Все-таки не вечно же им там стоять. Так, значит, выставляем по дубинке все, кому можем выставить. Кирки есть далеко не у всех. Сейчас посмотрим, есть ли у нас камень на то, чтобы кирку сделать. Одну. Ну ладно, одна лучше, чем ничего. Значит, даем вот этой вот женщине прекрасной кирку и начинаем здесь все врубить. Рубить, рубить, рубить. Дом у нас не очень красивый, но так и мы его заделали в итоге. Что, в принципе, неплохо. И нам нужно железо. Я, кстати говоря, немножечко его вижу. Совсем чуть-чуть, конечно, но там оно хотя бы есть. Куча говна крысиного, которую надо вырубить, потому что мы можем. И, соответственно, можем прокопаться еще чуть-чуть пониже, где у нас будет что-то еще. И уголь. До угля мы дошли, а вот с железом пока проблема. Вообще, я бы закрыл вас, конечно, здесь. Потому что у нас начинается штука, мы сейчас закроем их в люки. И пусть они занимаются пока вещами внутрь. И будем надеяться, что пришедшие сюда всякие разнообразные ребята не успеют нам наделать делов. Ящик Пандоры трогать не будем пока, потому что это будет последнее, что мы сделаем в этой игре.
На этом уровне сложности лучше не совершать необдуманных действий. Но вы не можете туда попасть, хорошо, но вы же можете копать. Попасть-то вы не можете, а копать можете. Поэтому давайте копать. Знаете-ка, я вам поставлю приоритет задач. Так, где тут у нас строить, копать? Копать у вас будет в максимальном приоритете. Вот так вот мы сейчас сделаем. Значит, если я вам сказал что-то копать, значит, это надо копать. Просто потому, что можем. Вообще, конечно, по-хорошему надо поставить, чтобы они вообще ничего не собирали пока. Так, копать, не собирать, только копать. Я сказал не собирать. Угу. Может, вы уйдете отсюда? Хм. Пока... Блин, да куда ты полезла, дура? Вот тварь, а! Зачем ты их сюда притащила, скажи? Кто тебя просил? Ну, теперь отвечай за базар сама. Притащила, отвечай. Вот зараза, я надеюсь, что они уйдут сейчас. Потому что если они не уйдут, вот этих вот ребят со щитами мы отсюда задолбаемся выковыривать. Зомбяк. Ну, зомбика одного, я думаю, что мы грохнем. Скорее всего. Так, значит, вот так вот мы вам делаем. Вы немножечко можете собирать, пока, когда закончите со всем остальным. Зомбяк, судя по всему, хочет остаться с нами. Насколько я могу судить. Ну, давайте, зомбика вам придется грохнуть, потому что ничего с этим не сделаете. На, и зомбика вы грохать тоже будете хрен знает сколько теперь. Ну, иди, люк, притащи мне хоть. Да, зомбяк будет нам канифолить мозг теперь до позеленения, судя по всему. Где он, кстати? Вчера на похоронах чердинка. Кстати, где он? А, зомбяк, походу, сам ликвидировался. Ну и замечательно. Потому что если бы он сам и не ликвидировался, у нас были бы проблемы. А пока что мы тогда выставим здесь еще некоторое количество кроватей на вырост. Значит, столчик со стульчиками у нас тут есть. Можем еще сделать, чтобы вот здесь вот внизу тоже было светло. Просто потому, что у нас есть чем это сделать. Эх, ну этот ребятеночек так и будет за нами гоняться, так что с этим надо тоже что-то придумать. Кирку, я думаю, что они притащили. Знаешь, притащили кирку? Не, кирку они не притащили. Они где-то нашли две дубинки зато. Сняли с трупа, видимо. Какого-то незадачливого гнома. Ну, видимо, да. Одна кирка у нас есть, второй кирки у нас нет. Ладно, давайте смотреть, что мы можем сделать еще. А, кстати говоря, надо дом замкнуть еще. Замыкаем дом. Собираем ягоды, копаем вот эту вот древесину. Собираем вот эти ягоды, потому что можем. И надо посмотреть, что у нас есть. Ну, вот здесь нам нужно железо, а здесь нам нужна броня. Боты, либо коробки и дубинки. Для того, чтобы пройти дальше. Так, на дубинки у нас делаются из веревок. Из веревок. Веревки делаются у нас из шерсти, а чтобы добыть шерсть, нам нужно охотиться на барашков. Так, нам нужно охотиться на барашков. А если не эта штука, бинты. Бинты делаются из воды. Но воду мы пока собирать не можем. Боты у нас делаются из гвоздей. Ну, короче, как ни крути, мы упираемся в железо. В общем, пока этот товарищ здесь будет летать, у нас будут проблемы. Я надеюсь, что, да, еще какие-нибудь смелые ребята придут и пожертвуют своей жизнью. Железо мы нашли, и осталось добыть только это железо, которое мы нашли. 30 маны, давайте я вот так вот сделаю. Иначе они никогда, то есть, не пройдут. И я движу одного барашку. Одного барашку, в принципе, можно соохотить. Я думаю, что сил на одного барашку не хватит. Сюда мы не пойдем. Сюда мы вообще не пойдем, потому что с этими товарищами пока сражаться не можем. Мы опять закончили дом. Это мы, конечно, молодцы. И... А, и вот железо.
И вот у нас целая порция железа нашлась. И это хорошо. Значит, в следующем выпуске... Да и здесь, кстати, железом полный порядок. Значит, в следующем выпуске мы можем немножечко продвинуться уже по железкам. И тогда мы сможем перейти на декор, и у нас уже хоть что-то появится в доме плюс-минус похожее на базу. Топоры, кстати, надо сделать. У нас нет камня. Значит, пока не надо. Топоры им надо сделать было бы, но пока сделать их не на что. И через 21 минуту будет нашествие. Это, конечно, вообще не весело. Блин, когда-нибудь вы с этим закончите, товарищам, нет? Наконец-то. Наконец-то. Значит, злобного товарища вырубили. Надо поставить здесь еще вот таких вот фонарей, чтобы злобные товарищи больше здесь пока не появлялись. По-моему, они не появляются, если есть свет. По крайней мере, вроде не должны. Мы здесь сразу будем все подсвечивать. Ребятки пока могут отдохнуть. Вот эти вот прекрасные штуки зеленые мы отсюда сейчас уберем, перегоним на листья. Еще несколько кроватей можно поставить. Ага, вот что-то типа того. А, дом по ним не считается. Дом по ним не считается. Дом можно, кстати говоря, переставить отсюда куда-нибудь вот сюда, например. Так, дай-ка мы удалим тотем. Книга пловца нам вообще не нужна. Да на этого забейте болт, господи, хрен с ним. Монеток всего две. Монеток маловато. И к нам опять идут ребята, которым мы опять ничего не сможем сделать, к сожалению. Ладно, хрен с ним с тотемом. Если мы сейчас еще тотем удалим, это будет вообще катастрофа. Не, ну, кстати говоря, неплохо так они упокоцали, смотри. На характере прям. А он просто по нему не бьет. Забили первого товарища со щитом. Для этого уровня сложности из голой жопы это прям достижение. Возможно, у нас что-то прям даже получится с этим. И нам дали еще одного гнома, еще две булавы. Еще три единички, которые надо куда-то, кстати говоря, девать. Нам надо покормить будет наших гномиков. Ну, я думаю, надо сделать им еще несколько столов. Пусть они как-то вот... Нет. Как-то вот так вот, например, у нас будут расположены. Почему бы и нет? И нам нужно срочно утро. Из этих ребят падают кости. Кости, кстати говоря, тоже очень полезные. Если они сейчас не уйдут, они, судя по всему, уходить не... А, нет, вот выводи их правильно отсюда. Молодец. Выводи их на свет. Мы наградим тебя посмертно за то, что ты сделаешь. Ладно, ладно, беги. И уснул. А эти действуют по принципу лежачего не блюд. Если гном уснул, значит, можно его не трогать. Нет комфорта. Ну, конечно, нет комфорта. Очень сложно быть комфортным, когда у тебя люк раздолбали. Единственный вход в твое жилище. А, вот и железо. Железо здесь, кстати говоря, дохрена. Ну и замечательно. Дохрена железа — это очень здорово. Нам надо будет все это пересобирать. Сюда ни в коем случае не надо ходить. Это прям вот вообще вот прям не надо. Прям совсем не надо сюда ходить. Эти приказы надо убрать, иначе у нас будут проблемы дальше. И что нам еще надо? Ну, в принципе, надо будет заняться домом, как только у нас будет железка. Чуть-чуть железа, по-моему, мы набрали уже, да? Нет? И не набрали еще. Железа мы не набрали еще нисколько, значит, железом будем набирать тогда в следующем выпуске. Ну и не знаю, правда, конечно, когда мы... О, доступен новый герой. А где он? Подожди, где у нас новый герой? А, вот герой. Паладин. За 10 монеток можно будет еще паладин купить. Я бы не сказал, что он сильно нам нужен, этот герой-паладин за 10 монеток. Но на этом уровне сложности ни от чего отказываться не стоит. А потом, когда-то, надо будет разрушать вот эту штуку. Если не понравится, просто закроешь и все. Врет нам вот эта коробка, но, естественно, мы ей не верим. Пока у нас не будет плюс-минус нормального дома, который может хоть как-то отбиваться... Мы туда не пойдем, потому что это будет череповато. И закончится это очень плохо.
А еще, я бы заменил... Так, что бы я бы заменил? Я бы заменил вот этот вот грязь, заменить железную руду. И вот эту вот железную руду я бы тоже заменил. А вот это вот внизу надо просто раскапывать. И, в принципе, здесь можно прокапываться дальше вниз, вот таким вот образом. И забирать отсюда дополнительные элементы железной руды, которые здесь есть. И вот эти, и вот эти, и вот это вот все. То есть это надо будет все абсолютно заделать. Вот это вот надо будет, да, заменить передние блоки. Ну, в принципе, наверное, да. Наверное, все. Я так думаю. После того, как мы вот это заменим, нам достаточно будет железа на то, чтобы себе сделать гвозди, котелки и прочую другую хрень. А с этого мы уже можем выходить дальше на декоративные блоки и, соответственно, делать здесь хотя бы плюс-минус более-менее нормальное жилище. Единственное, что вот этот тотем, конечно, я переставил. Но это будем заниматься в следующем выпуске. Ладно, спасибо, ребят, за внимание. Я думаю, что мы еще в таких гномов поиграем. Можно не посмотреть, что там за инопланетяне такие, а надо посмотреть. Удачи вам и оставайтесь на связи. Узко известный в широких кругах. Строил заводы в игре Виталях. Строил заводы. Чужие смотрел. В общем, контент делал так, как умел. Зритель, внимательный, ловит момент и оставляет правдивый коммент. С ним соглашаюсь, конечно, и я. Автор не видит порой небуя.